держишься, я знаю. Всем привет, мы команда Bumblebee, я капитан команды, и в качестве нашего летательного аппарата, за основу нашего летательного аппарата мы решили взять квадрокоптер, чтобы он принес пользу не только в рамках конкурса, но и нашел применение за его пределами. В качестве основы мозга компьютерного мы решили взять стереоскопическое зрение, и поэтому, ну, на всякий случай продублирую систему навигации, поэтому мы пригласили... наша команда состоит из участников, специалистов своей области, кого я сейчас хочу и представить. Это Петр. Я Петр Иванов, я студент ВМК МГУ, и в области моих научных интересов входит компьютерное зрение. Так что все зрение коптера, включая стереоскопическое, лежит на мне. Скажи, что умное. Ну, а я занимаюсь машинным обучением. Представься. Да, я Петя Ромов, тоже студент ВМК МГУ, занимаюсь машинным обучением. Ну и в проекте еще дополнительно делал связку коптера с дополнительным вычислительным модулем на борту. А еще мы ученого настоящего пригласили. Вот там. Добрый день, я Валентин Траут, кандидат, программист. Кандидат наук, программист. Зоной моей ответственности является дублирующая система навигации на основе ультразвука и инфракрасных датчиков. С тремя лопастями полетит? С четырьмя лопастями. Квадрокоптер — это четыре лопасти. Еще раз напоминаю, что вот это будет нашим будущим летательным аппаратом, который, надеюсь, выиграет конкурс. Вообще хочется надеяться, что мы сделаем действительно достойный летательный аппарат и достойно выступим в конкурсе, а всем участникам удачи, хорошей игры или хорошего участия, как там говорят по-русски. Жми красную кнопочку.